Привет всем, привет всем, привет, 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 привет. Все, последний день, набиваем, идем вверх. Так, в общем, у нас вот такая радость. У нас, короче, 330, получается, мутагена накоплено. В общем, началась большая охота, предпоследняя большая охота. Я еще на этой и на той буду участвовать. Просто хотел как бы, ну, так акцентировать, что у меня сейчас 2200 место, там 2 миллиона очков. Ну и посмотрим уже к концу, соответственно, к 11 часам, что у нас будет. Но показывать, короче, я не буду, там еще в конце сундуки сразу откроем. И поехали! Так, вот у нас закончился. Закончился у нас первый тур. В общем, целый час, короче, я тут бился. Осталось, смотрите, 228 мутагена. Было 330. То есть я на 453 месте, уже 18 миллионов. И еще меня ждет через часик еще один марафончик. Так что будем тут смотреть. Я хорошо прокачался, то есть я думаю, что я еще, может быть, что-нибудь... А хотя нет, наверное, уже ничего не прокачаю. Ждем, в общем, 10 часов вечера и заканчиваем марафон. В общем, оставшиеся все мы тратим. У меня здесь еще осталось два ключа, их тоже мы, скорее всего, выкупим. Так что прем дальше. Ну вот и завершилась наша подземочка. Ребят, я занял 237 место. Я набрал 38 миллиончиков. Жалко, скрин, конечно, не оставил, но ладно, тут уже другая проблема в том, что я немножко накосячил. В общем, за всю подземочку я даже получил банкоматик. Давно такого не было. В общем, я вот так заработал ключики, соответственно, вот такого образца. Ну, сразу говорю. А, да. 137 боев я заработал. Еще вот 48 этих выкупил. Так, и давай пошли в колесе фортуны. У нас сейчас 44 500. И сейчас посмотрим, что у нас по сундучкам. Если вы поняли, что здесь немножко опять изменили итерацию, то есть и предположительно выпадать вообще ничего не будет, потому что на прошлой подземочке выпадало намного веселее. Блин, надо сдвинуть меня чуть-чуть. Ну-ка давай сдвинемся вот так, вот как-нибудь, нет, давай, вот сюда, хотя бы так вот как-нибудь. Хотя бы как-нибудь-то сдвинуться надо. Так, включись, равно 20. Ну, сейчас по 85 и по 100, короче. 65. 80. Кредитами прямо штампует. Прям штампует кредитами. Жесть какая. Не, это неправильно. Так не должно быть. Первый раз больше 100. Кто-то из ребят уже жаловался, по-моему, кто-то... ладно. 70. Это полный трэш. Вообще не... Это не смешно, дяденьки. Блин, думаю, персонаж, короче, надо сменить. Что-то я чувствую, какая-то подстава прям два раза. Ну, 3, о, 185, это, ну, более-менее. 250 максималка была на вот этих вот, получается, сундуках. Все, больше нету. И давай здесь 10. О, есть, круто. 9. 8, 7, 6, 5. Кстати, сейчас опять будут в группах скины 100%, где по 2500 вытащили, наверное, что-нибудь типа такого. 170. Нифига себе!
я не смеялся. Мне повезло чуть-чуть, совсем маленько. Нифига себе, что можно вытащить. Ребят, с последнего, с 10-го вытащил. Мало того, что здесь 500-ник вытащил. 54. 54, короче, ребята, 10 тысяч торнов вытащил я сейчас. Но это за исключением только одного, это подарочка. Прям вообще, я подумал, будет вообще... А тут прямо такой... Ладно, вообще хорошо. Но это еще не все. Нет, еще не все. Так, сейчас это все я уберу, а то мне сейчас нападут. Я хотел спасибо сказать MC, если ты меня слышишь и смотришь, время для тебя. Я не знаю, я скрины, короче, сбросил. Ребята, он после моего видео о том, где я открываю подарки с Дракулой, он мне кидал подарки. Последние, вот получается, по Дракуле он мне накидал, ребята. И последние подарки два я разом открыл. Мне выпал Дракула 17 сразу же и 18. MC, спасибо за подарки, я просто в шоке был, я прям от души, прям в душу. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел, играйте в подземочку, оставляйте ключи, соответственно, для открытия после подземочки, потому что иногда бывают вот такие хорошие вещи. В общем, вот так я выкачал свой облучатель. Ну, тем, кому интересно будет. Ладно. Всем счастливо, ребят. Всем пока.